Министерство финансов Свердловской области возобновило практику финансового поощрения муниципалитетов. Дополнительные средства из региональной казны получат 20 городов. Муниципалитеты, которые входят в число лидеров инвестиционного рейтинга и успешно справляются с управлением дебиторской задолженностью, получат финансовую поддержку в размере 183,5 миллионов рублей. Как отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков, цитата, «Надеемся, что разработанный нами механизм поощрения будет постоянным и даст дополнительный стимул к развитию муниципалитетов. Это большая часть работы по повышению доходного потенциала, который ведется в регионе на регулярной основе и приносит значительные суммы в бюджет. Выделяемые средства, в свою очередь, напомнил министр, дают возможность повышать качество жизни в наших муниципалитетах. Города-победители инвестиционного рейтинга в этом году получат дополнительные 100 миллионов рублей. В число этих 13 муниципалитетов входят Арамиль, Арти, Верхняя Салда, Верхняя Пышма, Екатеринбург, Ивдель, Красноуральск, Невьянск, Новоуральск и другие города. Впервые финансовое поощрение в размере 83,5 миллионов рублей получат 8 муниципалитетов, которые преуспели в управлении дебиторской задолженностью. Среди них Верхняя Салда, Ирбит, Каменск-Уральский, Новая Ляля. Отметим, в Свердловской области работа по снижению дебиторской задолженности ведется на постоянной основе и находится на контроле региональных и муниципальных властей. В региональном Минфине работает межведомственная группа, в которую входят финансисты, представители органов власти и бизнес-сообщества. В результате только в прошлом году в муниципалитеты удалось вернуть порядка 1,5 миллиарда рублей.